понедельник следующей недели, уже 1 мая. Раньше это был, в общем, такой массовый праздник. Много людей ходило, теплые дни, на демонстрацию в честь Международного дня солидарности трудящихся. Но сегодня это как-то забывается, потому что трудящиеся куда-то отходят на второй план. Профсоюзов нету, которые, в общем-то, в организации этих шествий принимали активное как бы, участие. Вот это самое. Власти тоже дистанцировались как-то от этого, ближе не к трудящимся, а все-таки к этим более богатым слоям. Вот это самое. Но капиталистический мир есть капиталистический мир. Ему же главное не рабочий человек, а главное прибыль карманная. Тот человек, у которого прибыли больше. Вот. Отсюда все, наверное, затухание этого праздника. Но, тем не менее, в головах людей, особенно поколения более старшего, это праздник международной солидарности трудящихся, это праздник, когда страна как бы чествовала торжественно всех тружеников села, города, там, это самое. Вот, и праздновал. Поэтому я поздравляю людей, которые это понимают с этим праздником первомайским. Желаю, конечно, весеннего настроения, счастья, здоровья в первую очередь и будущего процветания.